Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня у нас мини-обзор новых сюрпризов в Суперкрыле. А также конкурс, в котором два моих подписчика смогут выиграть по 5 таких пакетиков. Эти сюрпризы мне предоставило издательство Оригами, за что им большое спасибо. Вначале откроем пакетики, а потом я расскажу условия конкурса. Суперкрылья, скоропузы. Один скоропуз в каждом пакетике. Устрой супергонку. Вот она вся коллекция. Всего 8 скоропузов, собери их всех. У каждого скоропуза есть суперскорость. Толкай и наблюдай, мчится и кивает. К сожалению, в пакетике нету вкладыша. Давайте тут получше разглядим коллекцию. Красного скоропуза зовут Джет. Этого Джером, Донни, Билл, Большой Альберт, Дизи, Мира и Пол. Вот такой прикольный скоропуз в виде полосатого самолетика, похожий на зебру. Пухленький. Пропеллер у него крутится. Игрушка пластиковая, довольно тяжелая. Ну что, давайте его запустим. На старт, внимание, марш! Давайте потихоньку запустим, чтобы посмотреть, как он кивает. Самолетик, Ванька, встань-ка. Интересно, кто попадется во втором пакетике. Желтый самолетик с более короткими крыльями и без пропеллера. Зовут его Донни. А того, кстати, Бен. Забавные игрушки. Можно устраивать гонки. А теперь условия конкурса. Все, что вам нужно, это первое, быть подписанным на канал, второе, поставить лайк под видео и третье, в комментариях оставить отзыв об этих игрушках. Результаты розыгрыша будут 15 октября. Желаю всем удачи. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку. Сегодня без сладкого.